В Тегеране арестованы 29 участниц акции протеста против обязательного ношения хиджаба. В полиции заявили, что их задержали за нарушение общественного порядка. Ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых женщины будто флагом размахивают снятыми с себя платками. В правоохранительных органах отметили, что задержанные подвергались влиянию пропагандистов, находящихся за границей. Против исламского дресс-кода выступает и Фаизе Хашимиров Санджани, дочь экс-президента страны. Я против обязательного ношения хиджабов и всего того, что навязывают. У каждого должно быть право выбора. Я отношу себя к мусульманским феминисткам. Феминизм подразумевает под собой равенство между мужчинами и женщинами. К нему мы должны стремиться. Закон, принятый еще в 79-м году, запрещает женщинам Ирана и любого иностранного государства появляться в публичных местах с непокрытой головой. Правда, в последние годы его соблюдение контролируется менее строго.